Всем привет! Вы на канале Пюмс Настольные игры, с вами Петр, и сегодня я играю в игру Bullet. В игре Bullet есть несколько режимов игры, есть каждый сам за себя, где можно играть от 2 до 4 игроков и стрелять друг в друга. Здесь мы играем за аниме девчонок, которые атакуют друг друга или боссов. Также есть командный режим, на 4 игроков это разбиваются на пары и воюют друг с другом. Есть аркадный режим. Это режим для тех, кто хочет понять, за сколько раундов ему удастся продержаться и не умереть. И есть битва с боссом. Сегодня я вам покажу как раз этот режим. Можно играть его соло, я как раз соло его сыграю. По традиции сначала расскажу о правилах, потом сыграю партию, ну и обсудим мои впечатления. Если что, пишите в комментариях, какие героини в игре Bullet вам нравятся. Также оставлю ссылку на большую распаковку по Bullet. Там есть Bullet, есть Bullet Star, это вторая базовая коробка, и есть дополнение Bullet Orange. Во все эти коробки мы также поиграем на канале, будут у нас в летсплее в разных режимах игры. Как я уже сказал, здесь мы играем за аниме персонажей. Всего их 8 в коробке. А я выбрал Эсфирь Волкову. Это русская девчонка. Ее слоган я покажу им, как вставать на моем пути. У нее выкладывается при подготовке планшет героини. Это планшет, по-моему, перестрелки. И вот этот планшет, он называется... Планшет действий. И также наверху у меня лежит планшет с боссом. Это перевернутая сторона планшета одной из героинь. И у босса есть тоже планшет с его приемами и с его жизнями. У него 5 жизней. И внизу у меня выложены это мои карты приемов. Есть колода у каждой героини. Обычно выкладывается 3 приема, но у моей героини есть свобода действий. Вы можете открыть 4 карты приема в фазе конца раунда. И также добираю я до 4 карт приема в этой фазе. Как происходит игра? У нас есть мешки, в которых лежат пули. Это общий мешок, в котором случайно замешаны все пули, которые есть, с разным цветом. А в моем мешке, уже отсюда из общего мешка, я вытащил 10 пуль, которые я буду в первом раунде играть. Для примера покажу на пулях, которые из общего мешка. Я достаю по одной пуле, ее нужно как-то разместить. У нас есть тут цветовая индикация, красный, синий, зеленый, оранжевый и фиолетовый цвет. И рисунок с цифрами на пуле. Вот, например, синяя пуля 3, я должен, значит, ее поместить на третью ячейку сверху. Раз, два, три. Если здесь вдруг заполнена, например, вот так вот лежала пуля 1, и я вот эту вытаскиваю, я должен пропустить эту пулю и считать на свободных ячейках. Раз, два, три. Каждый раз, когда пуля окажется вот здесь вот внизу, каким-то способом, то она ранит меня. Как только 4 жизни я потерял, моя героиня погибла. И конец игры произошел. Я проиграю. Что еще есть? То есть они делятся по цветам. В свой ход я делаю несколько действий в любом порядке. Я или выкладываю пулю из общего мешка, либо разыгрываю прием, либо разыгрываю действие. И в этом режиме, если бы я играл в другую версию, то у меня тут были бы еще дополнительные зелененькие такие картоночки с возможностью усиления. Про действия немножко расскажу. Действия делаются с помощью энергии. Вот здесь у меня 4 вида действия на игру, когда соло я играю. Если бы играл против босса с кем-то еще, сюда бы еще взял бы командные действия, которые можно использовать. Здесь можно за энергию, вот тут у нас изначально 7 энергии, я могу ее тратить,
сколько угодно, повторяя эти действия. Я могу за одну энергию переместить пулю на одну ячейку влево, вправо или вниз. При этом за пределы планшета я сам не могу перемещать, но у меня есть чудо-босс, который будет мне таким способом гадить. Потому что босс у меня Йонджа может перемещать пули за пределы ваших планшетов, перестрелки. Если это происходит, эти пули попадают мне и наносят урон. Мой, да, босс — это демон на колесах. За одну энергию могу переместить пулю на одну ячейку влево, вправо или вниз. За одну энергию. За две энергии могу взять карту приема из колоды. Также за две могу переместить пулю на одну ячейку вверх. За две энергии могу переместить пулю вниз на любое количество ячеек. И есть как бы напоминалка такая, что если вдруг я каким-то способом скидываю с себя пулю, сейчас покажу, с звездочкой, то я получаю одну энергию за каждую такую пулю. Это действие, которое позволяет нам двигать пули. И у нас есть приемы. Как выглядят приемы? Это карты, на которых расписаны определенные условия, которые я могу в свой ход делать. Кружками цельными обозначены, что здесь должны быть какие-то пули. Если вот так вот у меня на моем планшете перестрелок есть три пули, я могу воспользоваться этим приемом и три пули вот эти, которые со взрывами, убрать и переложить их, как будто бы я отбился, и эти пули попадают в босса. Я их перекладываю на планшет босса. Эта карта идет у меня в сброс. Как только закончится карта приема, я замешиваю и буду также их выкладывать. Один пример, то есть несколько таких карт. Вот здесь, например, такое условие. Здесь не должно быть пуль. Эти три ячейки, на которых не должно быть пуль, они пунктиром обозначаются. И посередине должна быть пуля с цифрой 3. И тогда я убираю три пули и отправляю их, выстреливаю в босса. Теперь как я могу победить босса? У босса есть 5 жизней. В зависимости от игроков, от количества игроков, мне нужно потратить определенное количество пуль, чтобы лишить его жизни. Здесь вот на планшете написано, что нужно 5, 10, 15 или 20 пуль в зависимости от количества игроков. В моем случае это 5 пуль нужно, чтобы убрать одну жизнь. В мешке, напоминаю, у меня 10 пуль. Я их буду в свой раунд выкладывать. А потом в конце раунда, после фазы босса, я буду пополнять свой мешок. Количество пуль, на которые я пополняю, это цифра, которая на открытой вот ячейке с самого верха. Столько я буду брать. То есть сначала по действиям идет фаза действий моих. Я в любом порядке или размещаю пулю, или делаю действие, либо прием. Потом фаза конца раунда. Я добираю карты приема сюда себе и укладываю в свой мешок столько пуль, сколько на шкале здесь указано. Потом идет фаза очистки. Накала у нас нету. Фаза очистки, по-моему, она пропускается у меня. Сейчас проверю. Потом начинается раунд босса. Босс активирует эффекты приема, у него есть карты приема, здесь одна открытая. Соответственно, в конце раунда, если у меня вот так вот расположено 4 пули, я перемещаю все пули на одну ячейку вверх на своем планшете. После этого, после приема босса, босс проверяет, целы ли щиты, вот эти щиты на его жизнях. А если, например, они целые, здесь остались пули, пули остаются до следующего раунда, пока там я их не наберу, чтобы снять какой-нибудь щит. Герои дальше добирают пули за показатель вот этого накала, вот эти циферки, которые наверху написаны. Ну и босс в конце открывает новую карту приема. Сейчас проверю фазу конца раунда и фазу очистки. По-моему, их в этом режиме игры нет.
нет, они есть, просто нету как раз вот этой истории, что отдельная есть шкала накала, которая в базовой игре есть. Ну что, давайте начнем. Верну пули в общий мешок, встряхну их и начну играть. Так, начну, наверное, я с выкладывания пули. Так. Сюда единичка. Раз, два, три, четыре. Желтая. Так, три желтую. Сюда. Ну, еще какую-нибудь пулю выложу. Раз, два, три. Все-таки розовый. А какие у меня есть эффекты? Что-то пока ничего интересного такого нет. Раз, два, три. Зеленый. Раз, два, три, четыре. Четыре зеленых. Энергия это у нас не будет восполняться. Наверное, сделаю. За одну энергию. Да, за одну энергию. Сдвину вот это. Я, наверное, достану еще пулю следующую. Один красный. Не так интересно. Два. Раз, два. Вам даже ничего не нужно. Два вот таких. И я воспользуюсь невесомостью. Вот этим приемом. Вот эти должны у меня остаться, вот эти взорваться. Раз, два, три. И здесь у меня дважды энергия, ну и одну энергию себе подвину. Три пули у нас будет здесь. Невесомость у меня идет пока в сброс. Вытаскиваю еще одну пулю. Два, раз, два. И еще одну пулю, последнюю вытаскиваю. Три желтые. Раз, два, три. Теперь смотрю. Хочу сделать гравитационный колодец. Мне нужно, чтобы здесь было пусто. А вот наверху надо подвинуть за одну энергию. Я сделаю вот так, спущу. Еще за одну энергию. Вот это. Еще за одну энергию сюда подвину пулю. И по-хорошему за одну энергию. Я сейчас думаю. Так, секунду. Я думаю, может мне подвинуть это сюда. За одну энергию, раз, два. А, я потом не смогу это. Только если сдвинуть в бок. Так, дилемма. А, я могу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нам нормально. Я делаю за одну энергию. Раз.
за вторую 2, за третью 3 и за четвертую вот так вот. И собираю гравитационный колодец. Вот эти 3 пули уничтожаю, скидываю на босса. Выполнил этот прием. У меня все действия теперь происходят. Фаза конца раунда. Доберите карты приема. Я добираю до 4 карт приема. Дальше я выкладываю себе 7 пуль в мешок. Так, 4, 5, 6, 7. Не смотря на них. Дальше. Раунд босса. Босс активирует эффект приема. Он никак не сработает. Босс проверяет цели на щиты. Я неправильно сделал. Сейчас мы сначала босс делает, потом, если что, я добираю карты. Так, герой добирает пули за показатель накала, указанный в нижней открытой ячейке щита. Когда я раню босса, надо понять, по-моему, пули идут в общий запас. Да, все пули из зоны угрозы босса в общий мешок. Так. У меня здесь 5 нужно пуль. Раз, два, три, четыре, пять. 5 пуль. Убрал щит. Ну, также у меня 7. 7 карт я добрал. После этого босс открывает новую карту приема. Вот такая у нас будет карта приема. Ну, такое. Если это выполнится, переместите все пули на 2 ячейки вправо. Да, такое нам точно не надо. Ну что, следующий раунд. Смотрю, что я тут могу сделать из интересного. Пока повыкладываю. 1 желтая, 1 красная, 1 синяя. Так. Желтая кто-то. Надо еще одну желтую. Раз, два, три, четыре. Так. Один сюда. Кажется, надо двигать и реализовывать какой-нибудь веселый прием. Хотя нет. Еще. Нет, желтое, если попадется. Раз, два, три, четыре. Вдруг, то тогда мне не поздоровится. Пожалуй, я буду пользоваться каким-нибудь действием. 3. Забыл. Точнее, энергии там не 7. Допустим, так, за одну подвинем сюда. За одну. Раз.
Два. Три. И разрушающую силу сделаю. Вот этот эффект здесь должно быть, например, две одинаковые значения на пулях, чтобы сработало. Скину. В общем, разрушающая сила. Здесь у меня три должно остаться, три взорваться. Три вот эти скидываем на босса. Так. Я же скинул, и у меня там одну энергию добавил. Очко действия. Так. Ладно, попробуем открыть. Синий. Раз, два, три. Еще одна пуля. Один. Так, ну никакой прием босса не сработал, но нам нужно что-то придумать. Здесь. Здесь обязательно желтая какая-то ячейка, но это мы выполнили. Можно, конечно, подвинуть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все четыре потратить энергию, чтобы этим воспользоваться. Да, это не обязательное условие взрыва. Все остальное на карте обязательно нужно выполнить. То есть обязательно вот эти два условия. Здесь может быть и меньше. Пуль, который мы взрываем. Ну ладно. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, четыре. Выполняю это условие. Вот эти две остаются. Вот эти две скидываю. Так, что-нибудь нам подготовить к следующей истории. Думаю, что попробуем. Так, потрачу, пожалуй, еще одну энергию, чтобы сделать вот так. Хочу потом собрать гравитационную завесу. Может, что-то выйдет. Ну что, добираю до четырех. Теперь босс. Ну, энергию восстанавливаем. Босс что у нас делает? Эффект приема босса не срабатывает. Это хорошо. А далее щит. Щит у босса мы. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Скидываем. Следующий щит. Перемешиваем. И тут, видимо, сразу срабатывает эффект. Переместите все пули на одну ячейку влево. На одну ячейку влево. Интересно, он сразу срабатывает, как только открылось? Сейчас уточним или в следующий раунд. Так. Выполните все новые эффекты, появившиеся на открытых в этом раунде ячейках щитов. Это печально. Переместите все пули на одну ячейку влево.
Начнем с простых. Раз, два, четыре. И вот эти две влево выходят, в итоге ранят. Мне минус две жизни из четырех. И я добираю до восьми пуль. Вернее, беру 8 пуль. Вот так. Ну что, это становится уже опасно. Новую карту приема. Перенесите все пули на две ячейки влево. А тут там что там будет дальше? Переместите все пули на одну ячейку вверх. Понятно. Ну ладно. Пока сделаем так. Один красный. Наверное, пока дальше. Два красных. Раз, два. Три желтый. Раз, два, три. Так. Три желтый. Раз, два, три. Что-то мне это не нравится. Пора что-то двигать. Угу. Пожалуй, я сделаю вот этот эффект сверхновой за одну энергию. Это перемещу сюда. Еще за одну энергию. Вот это перемещу сюда. И какую бы мне скинуть историю? Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так сделаем. Три штуки скидываю. И одна была со звездой. Одну энергию восстановили. Так. Выкладываем. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Стройками подвинуть, чтобы были две одинаковые. Допустим, раз, два делаю, раз, два, и, наверное, три, вот так сделаю. И сделаю вот этот вот эффект, гравитационная завеса. Две тройки у меня есть. Две тройки отсюда мы уничтожим. Так, это две мы уничтожили. Одну энергию я получил. Так, пули у меня еще есть, но, пожалуй, я... За одну энергию
А вот это сдвину. Теперь будем выкладывать. Два. Раз, два. И здесь один. Так, никаких приемов мне не сделать. Действие энергии закончилось. Тогда все. Эффект приема босса не срабатывает. Далее у нас щит. Раз, два, три, четыре. Допустим, вот так, пять. Вот эти пять пуль. Скидываем щит. И он перемещает все пули на одну ячейку вверх. Так. Так. Вот эта проблема, это ушло. Попало сюда. У меня осталась только одна жизнь. Активирует эффект приема, босс проверяет цель щиты, герой добирает пули, ну и потом открываем новую. Новый прием. И у меня 9 пуль надо добрать. Но у меня здесь внезапное наводнение от босса. Переместите все пули на две ячейки вниз. Ну что? А, приемы открываю. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо с приемами. Возьму пулю пока. Один зеленый. Что бы мне такое сделать сначала? Наверное, пока еще одну пулю возьму. Три. Раз, два, три. Ну, такое себе. Как будто бы пора что-то выполнить. Какой-нибудь чудо-прием. Так. Энергия. Забываю ее всегда обновлять. Так. А тут у меня что будет? Переместите все пули на одну ячейку вправо. Понятно. Вправо нам нельзя оставлять никак. Так, одну пулю все-таки возьму. Раз, два. Угу. Право нельзя оставлять. Ну ладно. За одну энергию. Вот так пока сдвинем. Ну, возьму еще одну пулю. Три. Раз, два, три. Такс. Уже становится не очень. Какой бы хороший прием придумать? Рискнуть. Как-то не очень.
Раз, два, три. Можно было не сдвигать. Ладно, делаем. Раз, два, чтобы поднять вот этот сюда. И делаю раз, два, три. Раз, два, три. Чтобы сделать вот этот прием большой андронный коллайдер. Две пустые, три выполнены. Скидываю. Одна поднялась. Так. Что у меня тут осталось? Нет, по краям нельзя. Два. Раз. Два. За одну энергию надо точно это сдвигать. Так. Три. Раз, два, три. Что ж ты будешь делать? За одну энергию сюда сдвинул. Три. Раз, два, три. Один. Один красный. Так, один красный, это я могу кое-что убрать. Я воспользуюсь вот этим эффектом. Три у меня тут есть, и здесь три. Вот эти две я скину сюда. Это мы уничтожили. Ну что, энергию выставляю. Добиваю до 4 карт приема. Так. И теперь босс активирует эффект. Эффект приема. Я же не посмотрел. У меня буковка Г стоит. Переместите все пули на 2 ячейки вниз. Черт. Я это не учел. Раз, два. Все. Я убит. Я убит и никак. Я не смог выкрутиться. Ну что, вот такая получилась игра. Интересная головоломка, когда играешь против босса. Можно пробовать так. Одному, наверное, не так интересно играть. Но если захочется что-то такого пасьянсового, трехмерного и простого и быстрого поиграть, игра подходит. Режим имеет право на жизнь. Интересно будет сыграть вдвоем или втроем против босса. Плюс боссов в коробке очень много, у них разные эти эффекты. Я думал, что этот эффект босса по перемещению не такой жесткий, но он тоже вызывает, конечно, подгорание своей чуть-чуть рандомности, но в целом ты всегда можешь предугадать, что будет дальше. И вот эти вещи, в принципе, можно отдельно изучать. Осталось у него еще 2 щита, который один бы я уничтожил, и второй, наверное, в следующем раунде, но все очень на тоненького. Игра дает вызов, играется на тоненького, и это прикольно. К этому хочется возвращаться. Так что спасибо, что смотрели. Пишите в комментарии, какие аниме вам нравятся, играли ли в Bullet, и что интересует
какие эффекты героиню в этой игре вас интересуют. Всем счастливо, пока-пока.